Новые тракторы для газонов Викинг серии Т5 и Т6 были изначально заново спроектированы и сконструированы. Перед Викинг стояла цель разработать уникальный трактор для газонов. Высокое инженерное мастерство и наилучшее качество обработки, а также эргономика и комфорт управления явились залогом успешного создания трактора для газонов, который в полной мере удовлетворяет различным желаниям и потребностям клиентов. Сварная конструкция рамы является очень прочной. Такое использование стало результатом многолетнего ноу-хау, интенсивных испытаний под длительной нагрузкой. Бампер служит не только привлекательным элементом дизайна, но также защищает устройство до самой подножки. В любое время возможна заправка топливом без малейших затруднений. При этом даже не требуется открывать капот двигателя. Комфортабельная регулировка сиденья позволяет как высоким водителям, так и людям небольшого роста занимать оптимальное положение на сиденье трактора-косилки. Сиденье можно также откидывать вперед. Руль, разработанный Викинг, очень удобен, его приятно держать в руках. На цифровом дисплее серии Т6 представлен комфортабельный обзор всех важнейших функций с использованием логичной символики. Расчеты позиционирования педали управления были выполнены как у легкового автомобиля. Педаль привода находится справа, педаль тормоза – слева. Очень простое, разработанное Викинг переключение переднего-заднего хода обеспечивает быструю работу. Благодаря простой механике переключения, рукояткой переключения можно выбирать направление движения. Активирование гидростатической коробки передач осуществляется педалью привода и обеспечивает точный выбор скорости движения. При расчете геометрии поворота колес большое значение придавалось хорошей тяге при малом радиусе поворота. Рулевое управление с большим передаточным отношением гарантирует сочетание хорошего контроля с удовольствием от езды. Регулировка высоты срезания у тракторов серии Т5 и Т6 обеспечивает оптимальную свободу движения косилочного механизма. Для регулировки высоты имеются 8 уровней. При неровностях почвы, благодаря системе блокировки, исключается самопроизвольная переустановка косилочного механизма. Если косилочный механизм поднимается максимально, то без затруднений можно преодолевать кромки бордюров до 11 сантиметров. При разработке новых тракторов для газонов «Викинг» огромное значение также придавалось удобству сервисного обслуживания. Так, для выполнения техобслуживания и чистки весь косилочный механизм можно за короткое время разобрать без использования инструментов.
подключение косилочного механизма осуществляется через систему сцепления. При расчете сцепления наибольшее внимание обращалось на простое управление и максимальную передачу моментов. Непрерывно натягиваемый ремень косилочного механизма подключается с помощью специального соединения ремня через двойной ременный шкив. У некоторых моделей косилочный механизм подключается электрически, комфортабельно, через сенсорную модель на консоли управления. Для комфортабельной езды имеется также функция темпомата. Она подключается электрически и обеспечивает продолжительную работу без усталости на больших участках. Косилочный механизм был сконструирован так, чтобы обеспечить особо быструю и эффективную работу. Боковая направляющая система подает также и наружные стебли травы под косилочный механизм, где они захватываются и срезаются ножами. Таким образом используется полная ширина косилочного механизма, не пропадает ни одного сантиметра. Блистательная техника обеспечивает качественную подрезку газона без пропусков, в том числе и скашивание с точным захватом кромок. Например, легко можно подрезать кромки вдоль кромок бордюров, кустов или дорожек. Вместительность травосборника впечатляет. 350 литров у серии Т6. Для оптимального заполнения травосборника был оптимизирован канал выброса и внедрена продуманная подача воздуха. При максимальном заполнении травосборника индикатор заполнения подает сигнал. Опустошение сборника осуществляется прямо с сиденья удобным нажатием на саблевидную ручку. Также съем и подвешивание травосборника пользователь выполняет особенно легко. Гениальное решение для впечатляющего комфорта. Конструкция косилочного механизма и регулировка высоты срезания позволяют трактору для газонов выполнить функции косилки, точно следуя рельефу участка. После фиксации высоты на минимальном уровне срезания можно электрически подключать контурную следящую систему. С помощью ролика неровности почвы передаются непосредственно на косилочный механизм. Таким образом, регистрируется каждая неровность и оптимизируется положение косилочного механизма. Косьба с контурной следящей системой позволяет получать красивую картину скашивания и известный дизайн с полосами. При активировании стояночного тормоза трактор-косилка останавливается надлежащим образом. При этом исключается скатывание трактора. Все комплектующие с высококачественными компонентами являются олицетворением инженерного искусства «Викинг». Об этом свидетельствуют не только очень хорошие результаты подрезки травы, но также и превосходные функции и удобное пользование тракторами для газонов серии Т5 и Т6 «Викинг» с исключительным комфортом езды и управления.